За первую половину 2023 года медики Приморья получили дополнительно почти 230 миллионов рублей. Выплаты представлены в рамках закона о мерах социальной поддержки медицинских работников. Самая популярная – компенсация расходов на аренду жилья. Ей воспользовались почти 1200 специалистов. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Приморского края, на втором по популярности месте стоят ежемесячные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Их получают 812 молодых врачей. Также в рамках закона финансирование получают медицинские работники в районах, приравненных к Крайнему Северу. За эти полгода их получили 165 врачей. За выявление злокачественных новообразований – 100 врачей и 5 специалистов среднего медперсонала. Напомним, что региональные меры поддержки действуют в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он направлен на снижение дефицита кадров среди медперсонала в Приморском крае.